Майже 60 ресурсних кімнат створили цього року у школах Дніпропетровщини. Це спеціально облаштовані класи, де діти з інвалідністю навчатимуться за індивідуальною програмою. Працюватимуть з ними корекційні педагоги. Більше про ресурсні кімнати розкаже радник голови обласної адміністрації Юрій Голик. Доброго вечора. Доброго вечора. Вже цього року майже на 2,5 рази більше дітей з інвалідністю отримали можливість навчатись разом з однолітками, тобто відчувати себе як всі діти. І скільки учнів з інвалідністю ходять до загальноосвітніх шкіл Дніпропетровщини сьогодні? Які умови для них створюються? 1 сентября в школи образовательные общие пошло более 70 деток с особыми потребностями. Еще 3-4 года назад этот показатель был на уровне 80-100 детей. Почему это важно? Потому что дети с особыми потребностями, с различными заболеваниями, как правило, не учась в школе, замыкаются в себе, они чувствуют себя заброшенными, никому не нужными. Когда они достигают 18-20 лет, они асоциализированы и не могут делать какие-то простейшие операции и жить там самостоятельно. А сейчас мы сделали уже порядка 120 медиатек ресурсных комнат. Мы одновременно реконструируем более 30 школ. Каждая школа получает 100% доступность. И каждая школа обязательно оборудована всеми подъемниками и средствами для того, чтобы деткам с особыми потребностями было удобно в них находиться, начиная от туалетов и заканчивая подъемниками на входе. Окрім умов комфортних, які створені для дітей, розкажіть, будь ласка, чого там навчають, як це відбувається, що можуть побачити та діти у цих ресурсних кімнатах? Саме головне – це те, що вони спілкуються зі своїми сверстниками. Для цього були по проєкту фонду Порошенка створені медіатеки. Медіатека – це сучасне прочитання бібліотеки, в якій є велике кількість книг, є велике кількість ігор, є велике кількість комп'ютерної техніки, на яких можна поработати, поіграти в ігри, і діти можуть туди після школи заходити, перед школою, общаться между собой обычные детки и детки с особыми потребностями. Ресурсная комната – это комната, где дед с такими детьми с особыми потребностями занимаются коррекционные педагоги. Почему? Потому что они быстрее устают, они, возможно, у них хуже усваиваемая школьная программа, с ними нужно заниматься отдельно. Это специальное помещение, где им комфортно находиться, плюс многие из них, они интровертны по своей сути, они избегают толпы людей. Поэтому им нужно находиться где-то в закрытом помещении с людьми, к которым они привыкли, восстановить там свое душевное равновесие и дальше уже идти общаться с обычными детьми в этот шум, гам и в этот такой управляемый хаос, как мы его называем. Это очень важно, потому что раньше таких комнат не было, и коррекционных педагогов, по сути, не было, их не готовили. Поэтому родители боялись отдавать таких деток в обычные школы. Мы уже сказали про то, что ресурсных классов, кімнат у нас майже 60, а скільки медіатек створено на Дніпропетровщині? Больше 60, потому что, когда мы говорим 120, 60, 60 тех, 60 тех, мы подразумеваем отдельные медиатеки ресурсные, которые мы строили отдельно в школу. А в силу того, что мы реконструируем огромное количество школ, каждая реконструируемая школа по умолчанию получает после реконструкции и медиатеку, и ресурсную комнату. То есть на самом деле их гораздо больше. Я думаю, что в следующем году их уже будет там более 150 точно. Если детей с инвалидностью, например, в школе меньше одна-дві дитини, не зважаючи на это, все одно створюються эти классы и кабинеты? Да, да, потому что то количество, которое есть их сейчас, не означает, что их не станет больше. Это первое. Второе, мы понимаем, что есть огромное количество деток, сидящих дома, и родители не решаются отдать их в обычную школу. Там есть на домашнем обучении, есть просто, которые не обучаются. Их важно всех туда отдавать. Кроме того, на территории области с 1 сентября заработали порядка 40 инклюзивных ресурсных центров. Они рассчитаны на определенное количество тысяч жителей в городской местности. Это один показатель, в сельский другой. Это специализированные центры, куда родители приводят своих деток. Им назначается соответствующее обучение, там, чтобы они попали в правильный класс и с правильной школьной программой. Наскільки мені відомо, перша ресурсна кімната з'явилась у школі у Петриківці, і не лише у регіоні, а й в Україні, наскільки. Якщо я помиляюся, підскажіть, будь ласка, скільки ще плануєте створити? Це була перша ресурсна кімната, построєна по проєкту, який робила Марина Порошенко, перша леді нашої країни, і його доводили до проєктної стадії молоді дніпровські архітектори, ті, з якими ми строїмо садик в Обуховці, робимо школу в Жовтих Водах, ще багато школ ми робимо, тобто це їх архітектурне бюро. Я думаю, что в следующем году еще порядка 50 ресурсных комнат мы к следующему 1 сентября откроем. Дякуємо вам. Дякую. Про створення ресурсних кімнат у школах Дніпропетровщини ми говорили з радником голови обласної адміністрації Юрієм Голиком.